Всем привет, с вами Арсений, магазин Tokemp, и видеообзор вот таких вот крепежек на лодку ПВХ для фиксации различных изделий, различных там, не знаю, сумок, всего прочего. Вот есть три основных линейки данной продукции. Это крепление с одним полукольцом, крепление с двумя полукольцами и крепление с фастексом. Вот. Все остальное у нас получается различие только по их размерам. Есть 20-е полукольца, 30-е полукольца и 40-е полукольца. Ну и соответственно различие по цветам. Зеленый цвет и серый цвет. У фастекса также у нас есть различие по размеру. В данном случае 40-й. И 20-й фастекс. Фурнитура вся надежная, проверенная. Вот. Для установки вам потребуется купить клей, зачистить две поверхности, нанести и согласно инструкции для клея приклеить данные крепежи на вашу лодку. Тем самым вы обеспечите себе надежную и удобную фиксацию всех необходимых аксессуаров для вашей лодки. Размер внутренний, внешний диаметр всех площадок установочных 10 сантиметров. Понравился данный крепеж, можете заказывать у нас на сайте. Ссылку на весь ассортимент данной категории товаров вы найдете в конце данного видео. Понравилось видео — ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, оставляйте ваши заказы. Рекомендую.